Шри Гарудадев Киджи. Так начинается наше путешествие из Ришикеша с благословением Гарудадева на паломничество Бадринат в последние дни перед закрытием. Там Бадринат, когда ему закрывают божества Бадринарайны, Бадринат божества переезжают. Сегодня 14 ноября. Уже резко холодает. Бадринат, наверное, уже морозы. Последнее путешествие было в эти же дни. Около 80 лет назад. Рады. Я не так далеко. Рады идем, а давай. Не тай горанга джайо, не тай горанго. Не тай горанга джайо, не тай горанго. Не тай горанга джайо, не тай горанго. Нитай горанга джайо, нитай 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 горанго. Хари Кришна, Хари Кришна. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Проезжаем Девапрояг. Welcome to Badrinath Yatra. Проезжаем Джашимат. До Бадринатха остается 30 километров. Прекрасная погода. 18 градусов. Рады.
Rady, rady. Just before 1 hour before Badrinath. After 8 hours of trip, very soon we reach Badrinath. Badrinarayan Dham. Бадринат нас встречает препятствия. Полицейских мы проскочили очень быстро. Наш пароль и паспорт был рады-рады. Сотня машин стояла в очереди. Но нам удалось поднялись. Шли перерадом аппарата, царя гор. Рады-рады, джанитай. Машины застревают и потом на эвакуаторе их увозят. Поломаться в таких местах, конечно, крайне нежелательно.
Ну что, друзья, по милости Шри Гириджа Махараджа, царя гор, бога гор, добрались мистическим образом. Рекордное время. 4 часа, 4.15. Мы уже были в Бадринатхе, выехали в 7.15. За 9 часов мы благополучно добрались. Крипа. Пролетели полицейский участок, полицейские проверки, где могли бы застрять на пару часов. Нашли на редкость хорошую гостиницу, хороший номер. Все занято, до закрытия храма осталось 3 дня. Сегодня 14-е, 17-го храм закрывается. И люди потоком хлынули в последние дни. Вот он, океан Крипы. Лет 8-10 не мог попасть сюда. 2 года назад, до открытия сезона, мы ехали, но из-за завала, буквально за несколько километров до Бадринатха, дорога была закрыта на несколько дней. Алакананда Ганга идет с вершин Гималаев. И перед нами храм Бадринарайаны. Здесь у нас Сурьякунда, горячий источник. Я бы сказал, кипяченый источник. After 3 days in 17, Badrinath will close. This last few days. Ну что, горячий источник кипит, что в него никто не может залезть. Особенность Сурьякунды. Сурьякунда кипит. Виднеется храм Бадри Вишал.
Здесь главная купель омовения. Сурьякунд. Алакананда Ганга. Бадри Висал, Бадри Нарайан, Манди Дэвид.